wax. Они производят воск. God designed that. Бог сделал это. Now the bee. И пчелы. Just flies around. Они просто летают себе. And there's a purpose. А там цель есть. For the wax. Для чего там воск? In the bees here. На волосках у пчелы. On the bee's leg. На этой ножке у пчелы. And God said. И Бог говорит. This is good. Ух, это хорошо. So the bee. Итак, пчелка. Flies around. Летает кругом. Amen. Аминь. Now God. Итак, Бог. Created beautiful flowers. Сотворил прекрасные цветы. Many different colors. Разных цветов. But he did not create the beautiful flowers for your house. Но он не сотворил все эти цветы просто для твоего дома, чтобы они у тебя дома росли. В своей квартире. Everything God created. Все, что Бог сотворил. Is beautiful. Прекрасно. But that's not the purpose for its creation. Но это еще не вся цель творения. Просто быть красивым. Why did God create different color flowers? Для чего Бог создал цветы разной окраски? For a purpose. С определенной целью. Because certain insects. Потому что определенные насекомые. Can only see certain colors. Могут различать только определенные цвета. And that's where their food is. И они знают, там моя пища. God is beautiful. Бог чудесный. So you see, you say to yourself, how does an insect know which plant to go to? Ты сам себя спрашиваешь. Откуда вот это насекомое знает, на какое растение ему нужно бежать? God designed it. Бог все устроил. They fly past the colors they cannot see. Они летят или бегут и пролетают мимо тех цветов, которые они не видят, не различают их цвета. And they go only to the ones they can see. И они летят только туда, на те цветы, которые они могут различить окраску. Why? Почему? Because God Потому что wants Бог the plants хочет, чтобы растения to continue. Продолжали свое существование. So the bee Поэтому пчелы goes to his plant летят на свои растения for his food. Для своей пищи. And he's getting his food. И они берут пищу. But the hair on his legs а волоски на их лапках are picking up the pollen. Собирают еще и пыльцу. He doesn't care. А этой пчеле вообще все равно, что у нее там происходит. He's eating. Она кушает. And God says, а Бог говорит, This is good. Это хорошо. Аллилуйя! Аллилуйя! The bee goes to another plant. Пчелка полетела на другой цветок. And he's eating. И она кушает там. And the pollen. А там. On his leg. Эти волоски на лапке. Mixes with the pollen. И эта пыльца, которую она принесла с одного цветка, смешивается с пыльцой этого цветка. And they germinate. И они когда опыляются. And they create new seeds. И новые семена появляются. And God says, а Бог говорит, That's good. Это хорошо. That is good. Это хорошо. I did that. Я сделал это. That's good. Это хорошо. Good God. Hallelujah! Hallelujah! Now, Итак, I ask you a question. Я задам вам вопрос. If God если Бог has a purpose если у Бога была цель for the hairs для волосков on a bee's leg на лапке у пчелы which is here today который там и поныне and gone tomorrow и у того насекомого который здесь сегодня а завтра его уже нет does he have a purpose for your life то имеет ли он цель для твоей жизни Amen. 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 Amen.
One day, однажды, the disciples, ученики of Jesus, Иисуса, were worried. Обеспокоились. We have no lunch. И заволновались. У нас нет еды. Обеда нет. We have no lunch. Обеда нет. And Jesus said, а Иисус сказал. He could not believe it. Он не мог поверить. He created them. Он же сотворил их. He could not believe what you worry about. Он даже не мог поверить, о чем ты беспокоишься. So he said to them. И поэтому он сказал им. Look. Посмотри. At the birds. На птиц. They do not worry. Они не волнуются. I made them. Я сотворил их. They do not fret. Они не боятся. He said, "Are you not more valuable than they are?" И тогда Иисус спросил у своих учеников, а вы разве не ценнее любой из этих птичек? God is not worried about the economy of the Ukraine. Бог не волнуется за экономику страны Украины. God's gonna take care of you. Он не переживает, Он будет заботиться о тебе. And then he says, и тогда он говорит, look at the lilies. Посмотри на лилии. They do not toil. Они сами себе ничего не придут. They do not spin. Они не вяжут. And look at them. А посмотри на look них. At how they are clothed, so beautiful. Посмотри, как красиво их одежда. They are here today. А это же трава. Gone tomorrow. Сегодня есть, завтра нету. And their heavenly father, а Отец мой Небесный, takes care of them. Он заботится о них. You are more important than they are. А вы же ценнее, чем вот эта трава. Ah, but there's a problem. Но тут есть проблема. When he said, когда он говорил, look at the birds. Посмотри на птиц. And look at the lilies. Посмотри на лилии. He was speaking about purpose. Он говорил о цели. Here's what he meant. И вот что он имел в виду. The bird, птица, is fulfilling its purpose. Птица исполняет свое предназначение. It's being a bird. Она птица. Ее цель быть птицей. The bird, птица, is not trying to be a fish. Она не старается быть рыбой. It's not trying to be a cow. Она не старается быть коровой. It's not trying to be a horse. Она не старается быть лошадью. It's being what it was born to be. Она есть то, кем она рождена быть. It's a bird. Это птичка. So if you discover what you were born to be, поэтому, когда ты обнаружишь, для чего же ты рожден, and you do it, и начнешь это делать, everything you need, то все, what? Everything you need, то все, в чем ты нуждаешься, will be provided. Все будет обеспечено тебе. You get it, huh? Поняли, you да? You get it? Поняли. Hallelujah! So Jesus said. Итак, Иисус сказал. Why do you worry? Чего ж вы волнуетесь и беспокоитесь? About what you will eat. О том, что вы будете есть. Hello, Ukraine. Hey, привет, Украина. Why do you worry? Почему ты волнуешься? What you will drink?
Что ты будешь пить? What you will wear? Что ты оденешь? How you will live? Как ты будешь жить? Seek first. Ищите же прежде. God's purpose for your life. Божья цель для вашей жизни. And all these things. То есть ищите царство, это Божья цель. И все остальное shall be added to you. Приложится вам. That's it. Вот и все. Hallelujah. 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 God does not meet your needs because you go to work. Бог не обеспечивает твои нужды, потому что ты ходишь на работу. God meets your needs. Бог обеспечивает твои нужды. Because you are fulfilling your purpose. Потому что ты исполняешь свое предназначение. If you try to be what you were not born to be. Но если ты пытаешься быть тем, кем ты не рожден быть. Life will be hard. То жизнь будет тяжелой штукой. Аллилуйя. Purpose. Итак, цель, предназначение. Purpose. Цель. Purpose. Цель. Цель. Убрашу. Цель. Цель. Убрашу. Цель. Цель. Амин. Амин. Tell your neighbor. Скажи своему соседу. You are more important than a bee's leg. Ты более важен, чем лапка у пчелы. Аллилуйя! Praise God. Слава Господу. Rejoice. Радуйся. There's a reason for your life. Да, потому что есть причина на твою жизнь, есть цель для твоей жизни. Amen. Аминь. Tell your neighbor. Скажи своему соседу. You are more important than a bird. Ты более значительный, чем птица. Tell your neighbor. Скажи своему соседу. So stop worrying. Поэтому перестань волноваться. Now clap your hands and thank God. А теперь аплодируйте Богу. Everything. Все. Everything. Все. In life has a purpose. Все в этом мире имеет цель. You are not a mistake. Еще раз. Ты не ошибка. Убрашу. Ты не ошибка. Скажите. Tell your neighbor. Скажи своему соседу. You are not a mistake. Ты не ошибка. Amen. Аминь.
Hallelujah. 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 Principle number three. Принцип номер три. Principle number three. Принцип номер три. Amen. Аминь. Write this down. Запишем. Not every purpose is known. Не каждая цель известна. It's principle number three. Это цель номер три. Not every purpose is known. Не всякая цель известна. This is a principle. Это принцип. Repeat. Principle number one. Давайте повторим. Принцип номер один. Бог. Есть Бог. Принцип. Principle number two. Принцип номер два. Now, number three. И три. Amen. Amen. Everything that exists has a purpose. Все, что существует, имеет цель. But not every purpose is known by you. Но не любая цель известна тебе. Не все цели известны тебе. This is important. Это важно. Because ignorance of purpose does not cancel purpose. Потому что незнание цели не уничтожает саму цель. Because you don't know the purpose of a thing, из-за того, что вы не знаете предназначение какой-то вещи, does not mean it doesn't have one. Еще не значит, что этой вещи не существует, или у нее не существует никакой цели, никакого предназначения. Because you don't know the purpose for another person's life, из-за того, что тебе неизвестна цель на жизнь другого человека, doesn't mean they don't have one. Это само по себе не означает, что у этого человека вообще нет цели. This is why the world is in trouble today. Вот почему мир сегодня находится в беде. Man did not know the purpose for the ozone layer. Люди не знают цели для озонного слоя над нами. So for years. Они не знали, поэтому многие годы они разрушали озоновый слой. He was ignorant. Они же ничего не знали. Of the purpose for this protective covering. Они понятия не имели, что это защитная оболочка, that God put around the planet. Которую Бог поместил вокруг планеты. So today, поэтому сегодня all the governments are nervous. Все страны нервничают. What have we done? Ой, Боже, что же мы наделали? We did not know. Мы же не знали. We were ignorant. Мы просто не знали. Of the purpose for the river. Мы не знали цели и предназначения вот этой реки. So we dumped pollution in the river. Поэтому мы бросали туда все возможные отходы. We built our factories. Построили фабрики. And we put the dump, we put the waste in the river. И все отходы, всю отраву туда сливали. We were ignorant. Потому что не знали. About the purpose for the river. Какова цель этой реки? God gave us the river. Бог дал нам реку. To cleanse the earth. Чтобы она очищала и омывала землю. Not to poison the earth. Чтобы она не отравляла землю. But we were ignorant. А мы же не знали. And so we poisoned the river. Поэтому мы ее отравляли. And we poisoned the fish. И затем отравляли рыбу. And we eat the poisoned fish. Потом ели отравленную рыбу. And we poisoned ourselves. Отравили сами себя. And then we say, а затем сказали. Oh! So what do we do? Что ж мы наделали? We make legislation. Итак, что сделали? And we say, ввели такой закон и сказали. If you put pollution in the river, если будете отравлять реку, we will put you in jail. Мы вас в тюрьму посадим. God told you that long time ago.
А Бог сказал об этом уже столько лет назад. God says, Бог говорит, I made the rivers and the mountains. Я сотворил реки, я сотворил горы. And they are good. И все это хорошо. We've made them bad. А мы сделали их плохими. Why? Почему? Because we did not know the purpose for creation. Потому что не знали предназначение Божьего творения. But let's not talk about the river. Но давайте немножко поговорим о реке. Let's talk about something more important. Давайте поговорим не о реке, а о чем-то более важном. How about the pollution of your mind? А как насчет, если поговорить об отравлении вашего разума? The music. Музыка. Your mind is more important than the river. Твой разум важнее, чем любая река. So the government makes laws. Поэтому правительство издает закон. To protect the river. Уже издало закон, чтобы защищать реку. But they make no laws to protect the minds of their citizens. Но не издали никаких законов, чтобы защищать разум жителей. What is more important? Своих граждан. The а river что важнее? Or your mind? Река или твой разум? So pornography? Поэтому порнография. Music? Музыка. Violent movies? Всевозможные фильмы с насилием. No laws. Никаких законов. So our young people. Поэтому молодые люди. Sit before the television. Сидят перед телевизором. And we pollute their minds. И отравляют, загрязняют свой разум. But we protect the river. А мы защищаем реку. Why? Почему? We are ignorant. Потому что опять же мы не знаем цели. So look at our country. Посмотрите на нашу страну. Crime. Преступления. Gangs. Банды. Violence. Насилие. Drugs. Наркотики. Prostitution. Проституция. What do you expect? Что вы ожидаете? It's a polluted river. Это похуже, чем река. Mental river. Это умственная река, загрязнение разума. Every human has a purpose. Каждый человек имеет цель. But you do not know what their purpose is. Но вы не знаете, в чем состоит цель этого человека. And so you cancel them. И поэтому вы вычеркиваете его. You look at the old people. Посмотрите на старых людей. And you say to yourself. И вы смотрите и говорите сами себе. Get out of the way. Уходи с дороги. You are in my way. Ты чего у меня на дороге стоишь? You say to the young people. А потом молодым говоришь. Get out of my way. Так, а ну-ка уходи мне с дороги. Nothing but noise. Один шум от вас. We cancel each other. Мы друг друга вычеркиваем. We look at the white man. Мы смотрим на белого человека. And we say. И говорим. Get out of my way. Уходи с моего пути. You are useless. Ты бесполезный. We look at the black man. Смотрим на черного. We cancel him. И вычеркиваем его. What can you teach me? Чему ты меня можешь научить? We look at the Chinese. Мы смотрим на китайцев. And we say. И говорим. Get out of my way. Уходи с моего пути. You are nothing. Ты ничто. We cancel people. И вычеркиваем. Because людей. We are ignorant. Только потому, что мы невежды. Мы не знаем их цели. And everybody. Но каждый. Was created. Абсолютно каждый. By God. Был сотворен Богом. For a purpose. Для определенной цели. You don't know who you are sitting next to. Вы не знаете, с кем вы сейчас сидите рядом. You don't even know your own spouse. Вы даже не знаете своего собственного супруга. I guarantee it. Я вам гарантирую это. All you know все, что вы знаете, is what they have shown you so far.
Это то, что они уже проявили, каким-то образом показали до сего момента. That's all you know. Это все, что вы знаете. What is she going to be in 20 years? Кем она будет через 20 лет? You don't know. Ты не знаешь. She might write a book. Она может написать книгу. And it becomes a best-selling book. И эта книга может стать бестселлером. In Russian. В России, в Украине. In English. И в Англии. And in Portuguese. И в Португалии. That means. Это значит. For all of these years. Что все эти годы. You were sleeping with an author. Ты спал в одной кровати с автором. But you did not know. Бестселлера и не знал об этом. Purpose. Purpose. Amen. This is important. Это важно. Not the microphone. Не микрофон. Purpose. Цель. There was a prostitute. Была одна проститутка. In the Bible. В Библии. God sent Joshua. И Бог послал Иисуса Навина. And Caleb. И Халева to a prostitute. К проститутке. In your country, в вашей стране, when a person is a prostitute, когда человек является проституткой, you cancel them. Вы такую женщину вычеркиваете. They have no purpose. У нее нет никакой цели. They are a problem. Это проблема общества. Prostitution. Проституция. Is a behavior. Это поведение. Not a person. А не сама личность. And every person. А каждая личность. Has a purpose. Имеет цель. Many are the plans in a man's heart. Много есть планов и замыслов в сердце человека. But God's purpose. Но Божья цель. Will prevail. Преодолеет все и утвердится и состоится. The prostitutes in Kiev. Проститутки в Киеве. Are all made in God's image. Все сотворены по образу Божьему. They were all born for a purpose. И все они были сотворены с определенной Божьей целью. There's a reason why they were born. Есть причина, есть цель для их рождения. But what do you do? А что вы делаете? You cancel them. Вы их вычеркиваете. And so, итак, God sent Joshua, Бог послал Иисуса Навина and Caleb, и Халева. To a prostitute. К проститутке. And she said, "Come on in." И она сказала: "Заходите." Wow. Man of God. Муж Божий. What would you do? Ты что тут делаешь? If God sent you to a prostitute. А что ты будешь делать, когда Бог тебя пошлет к проститутке? Problem. Проблема. Because you cancel them. Потому что ты же уже их вычеркнул. They cannot be important. Они не могут быть важными и значимыми. They have no purpose. У них нет цели. They are a nuisance, a problem. Они — это мусор, это проблема. And they went to her. И они пошли к ней. And they slept in her house. И они ночевали там в этом доме. She was born.
Она была рождена to protect God's prophets. Для того, чтобы сохранить Божьих пророков. Listen. Послушайте. Do you know what happened to her? Знаете ли вы о том, что произошло дальше с ней? She became a part of God's people. Она стала частью Божьего народа. And when you read, и когда вы будете читать the genealogy of Jesus Christ, генеалогию или родословную,